Да-ду-да-ду-да, да-ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем. Зомбаки наши играем. Давайте коробку передач увеличим. Отлично, еще раз. А, нет, денег больше. Поехали, поехали зарабатывать деньги. У нас день 29. У нас прокачанная машинка. У нас есть автомат, у нас есть 30 патронов. Машинка автомат прокачан полностью. Машинка прокачана далеко не полностью. Надо прокачивать еще бензобак, потому что он причем дофига прокачивать надо. Ну и сегодня мы, естественно, с вами пройдем эту карту. Доедем до финиша. Но нам нужно будет, естественно, проезжать и зарабатывать деньги. Ускоритель у нас закончился. Все ломается, машинка наша, отлетают запчасти. Да, и закончился бензик. Ага. Денег у нас достаточно много. Мы давай покупаем бензин. Топливный бак. Все, закончилось. И на сдачу еще купим ускорителя. Все хорошо, отлично. Ну что ж, в путь. О, нифига мы пролетели как. Нормально. Зомбаки прям отлетают. Конкретно причем. Такой у нас автомат мощный. Вот, немножко ускоряемся. Патроны закончились. Отлично. Опа, давай, давай, наперед заедем немножко. Вот так хорошо. Сейчас будем спрыгивать. Вау! Ух ты, сразу у нас, смотри, отлетает. Отлетают детали. Офигеть. Фига мы летели. Так, ускоритель у нас закончился, к сожалению. И мы тут не можем с коробками этими. Да, все. Мы ничего не смогли сделать с коробками. Нам нужно утяжеление сделать. Колеса давай, может, купим, слушай. До этого у нас колеса такие стоят, да? Сейчас мы купим. Вот, чуть-чуть машинка стала повыше. Сцепление улучшилось. Вот, хорошо. Да, вы спидометр-то смотрите. Смотри, сколько километров в час там у меня. Под 60, да? Ну, сейчас вообще мало. О, да, да, вот здесь нельзя. Здесь нельзя долго оставаться. Потому что вся эта канитель на тебя обрушивается, и машинки становятся не очень хорошо. Ускоритель у нас закончился. Бензинчик еще есть. Слушай, знаешь, что я сейчас подумал? Это сколько ж надо, как надо прокачивать машинку? Доехать-то нужно нормально, а еще надо суметь. Ну, я думаю, мы сможем. Вот, смотри, видишь? Дальше я проехал. Все потому, что мы купили бензин. Ой, заканчивается бензик. Все, закончился. Да, ехать-то еще далеко. Ехать-то еще далеко. Что здесь покупаем? Ну, давай купим коробку передач. И едем дальше. Да. Мы увеличиваем скорость. Какая скорость у нас, да, нормально. Я вообще не успеваю следить, сколько у нас километров в час. Ой, смотри, видишь, как... Жух, нормально, да? Ускоритель у нас. Сейчас закончится. Да я его весь выгасил, наверное, мне кажется. Вон, ну все, кончился, да. Ускоритель. И патрончики. Ну, нормально. Ой, здесь надо, видишь, проехать быстренько. Все. Скоро-скоро доедем. Куда доедем? Фиг знает. Ну, я надеюсь... что мы нашу точку-то контрольную-то дальше проедем немножко. Проедем немножко дальше. Хотя бы доехать надо еще.
Тут проблема, естественно, с бензиком. Бензика не хватает. Он заканчивается в самый неподходящий момент. О! Давай, 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 во, давай, проезжаем, молодец. Также здесь. Все, бензин закончился, смотри, мы даже нисколько не проехали. Давай движок увеличим. Все, все, двигатель у нас на максималку. Не знаю. Надо... Если сейчас не доедем, то тут реально что-то с... надо делать с бензиком. Покупать бензобак, расширять. Хотя я считаю, что улучшая двигатель, мы должны все равно помогать проезжать дальше. Да, хорошо, что автомат не отлетел. Прям взорвался так сильно вот возле туннеля этого. Опа, проехали. Все, закончился ускоритель, к сожалению. Теперь вся надежда только на себя. Да. Все, отлетает наша броня. А мы еще даже не доехали. О, чуть-чуть, давай. Блин, смотри, сейчас, мне кажется, сломается движок наш. Вообще, я еду просто вообще без всякой защиты. О, смотри, ну мы нормально проехали дальше даже. Все, теперь покупаем бензик. Теперь, я думаю, мы должны доехать нормально. Бензика стало больше. Главное не тупить здесь на поворотах, ехать аккуратненько. О, вот это вот взрывы. Я их стараюсь, конечно, избегать. Но не всегда получается. О, это очень плохо. Что сейчас произошло? Все, закончился у нас ускоритель. Машинку что-то колбасит. Я что-то понять не могу, почему. Я ей помогаю. Опа, отлетела часть от нашего защитного. Защитная часть от нашего автомобильчика отлетела, ё-моё. Так, да чего здесь мешаете мне проехать? Идите нафиг отсюда. Давайте, отдыхайте. Сидели бы где-нибудь у себя там, дома где-нибудь. Нет, им надо мешать. А, бензин закончился. Да ё-моё, на этом же месте. Да как так? Офигеть. А мы вообще проедем этот уровень или нет? Давай развеску купим на максимум. Интересно, мы вообще проедем, нет? На этой машинке. О, нифига, смотри. Вообще все разносит. О, мощь какая. У нас еще немножечко осталось ускорителя. О, все, ускоритель закончился. Но бензинчик у нас еще есть. Ой, главное не перевернуться, это самое главное. Все, отлетают части нашего, нашей защиты. То, что такие удары мощные, свысока бьется. Ох, нифига, перевернулась. Отлично. Ну все, смотри, я практически беззащитный остался. Офигеть. Ага. Все, еще чуть-чуть бензинчика осталось. В принципе. Ну, не знаю, мне кажется, не доедем. Хотя, остается еще совсем немножко.
Да, бензин сейчас закончится. Ё-моё, мы были так рядом. Ага, покупаем бензинчик. Во, может быть, сейчас получится. Сейчас посмотрим. Так, ускоряемся. Фигой, как мы ускорились. Нормально. Ой, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть не доехали. Давай, 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 давай. Осталось совсем немножко. Может быть, мы сейчас выиграем, проедем. Да, дорога прям большая, карта огромная просто. То есть сколько мы едем с вами? А еще даже не доехали. Все, закончился ускоритель, к сожалению. О, сейчас будем падать. И сейчас все будет разлетаться у нас, к сожалению. Все, видишь? Вся наша броня не выдерживает такого падения. О, все хорошо, мы наверху. Опля, опля, давай, 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 я тебе помогу немножко. Все, вот заезжаем в туннель. Ох, еще ехать и ехать, а бензин уже скоро кончится. Опа, нифига себе. Что у нас там нормально с двигателем? Офигеть. Ой-ой, аккуратненько. Все, смотри, мы здесь проехали. В тот раз мы здесь. Ой, что-то вообще двигатель сейчас загорится двигатель. Ой, а хотя проехать-то совсем чуть-чуть осталось. Ребята, ой, ты не переворачивай, сидеть нормально. Бензин закончился, да как так? Надо будет купить бензинчик. Все, на максимум бензин. А что у нас здесь еще есть? Турбонаддув, да. Ну, в принципе, сейчас посмотрим. О, давай, 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 ускоряемся. Все, бензин у нас прокачан на максимум. Турбонаддув, я что-то не помню. Он тоже прокачанный у нас? Или нет? А, нет, у нас турбонаддув еще не полностью прокачанный, так что... Если мы сейчас не доедем, то я буду прокачивать турбонаддувчик. Патроны и ускоритель закончились, все. Теперь надежда только на автомобиль и на двигатель, на бензин оставшийся. Достаточно сложная трасса. Хотя это только начало. Интересно, что будет потом? Какие трассы будут у нас? О нет, падаю. Ну ладно. Ничего страшного. Здесь попробуем. Так, зомбачки. Все. Отдыхайте. Сидеть. Вот то лучше бы дома сидели мы. Опля. Ух, нифига, какой взрыв. Какой мощный взрыв был. О, еще взрыв. Машинка уже начала дымиться. Сколько там еще? О, давай, давай, еще чуть-чуть, машинка, давай, давай, давай. Бензин, бензин уже на самом издыхании. Может, успеем? Нет. Мы доехали в точь, в то место, откуда вы ехали только что, недавно. Я вообще не знаю, как мы будем выкручиваться. Здесь еще немножко турбоускорителя добавить и коробку передач. Не знаю. Мы едем дальше. Пробуем. День 38. Фига мы как ускорились. Вот прикольно. Мы проехали достаточно много. А хотя ускорителя не сильно много потратили. Надо где-то такой вот. Еще где-то лайфхак такой есть. Да, коробку передач нужно нам максимально расшарить, развить. Все, ускоритель закончился. Ух ты! Все, это отлетает уже. Все. Потихонечку, ну, середина трассы начинает все отлетать. Но бензина еще, в принципе, много. Не знаю. Ой, давай, 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 ё-моё, давай, давай, заезжай. Не хочет, смотри.
Да мы застряли, что ли, или что? А, нет, нормально все. Потеряли время. А время это бензин. А бензин это очень важная штука в этой игре. От бензина все зависит. Успеем доехать или нет? Вот смотри. Совсем чуть-чуть, да, остается. А бензин сейчас вот как раз и закончится. Там в 2 метрах, наверное. Да. Не знаю. Либо ускорителя сейчас надо будет покупать, либо, наверное, коробку передач будем улучшать. Да, мы сейчас, смотри, только сюда доезжаем и все. Ну, может быть. Ну да, чуть-чуть мы проехали и все. На этом же месте мы и встаем. Все. На этом же месте. Ну, давай эту коробку передач купим. Все. И купим еще ускоритель. Но сейчас-то мы должны доехать. Все равно другую-то машинку нам не дадут открыть. Ну что ж, попробуем. Тут увеличиваем скорость. Ух ты. Чуть-чуть не хватило. Нормально вы проехали. Я считаю. Ускоритель все равно дает. Что-то дает, да, какой-то? Ой, ускоритель закончился, к сожалению. О, ё-моё. Да. Надо будет ускоритель еще купить. Видишь. Я все забываю на бензобак посмотреть в самом начале игры. Сколько его? Много? Так. Совсем, ну, в принципе, может быть и, ну, чуть больше подоедем, не знаю. В принципе, ускорять еще много чего есть. Этот самый ускоритель увеличим и этот самый коробку передач. Ну, смотри, бензик заканчивается, и все, что-то будешь делать. О, еще и машинка сейчас загорится и все. Ой, давай, ну пожалуйста, я хочу доехать. Ух ты, да, ребята, а мы, может быть, и доедем? Смотри, смотри, смотри. Ура, да мы доедем, наверное. Ой, да ну. Полметра осталось. Не доехали. Офигеть. Ну давай увеличим. Давай купим коробку передач максимум. А, ускоритель не можем еще купить. Ладно. Все, едем. Тут надо ускориться так. Ух, офигеть. Да, бензика у нас, я вижу, сколько. Ну, можно было еще больше сделать, ладно. Может быть, сейчас доедем. Но практически у нас. Чуть ли не доехали. Чуть-чуть было у нас. Метр не хватило, метр. Ой, простите. Давай, машинка, давай. Может быть, сейчас доедем, я надеюсь. Я очень надеюсь, что мы доедем сегодня. Уже наконец-то. О, давай. Выжимай максимум, что у тебя есть силы, машинка. Оп, хорошо, мне даже, видишь, подбросило. Что получается? Бензина-то еще много, в принципе. Нормально. Все, совсем чуть-чуть осталось доехать. Плохо, что ускорителя уже нету больше. Все, доедем, должны доехать. Должны доехать еще, в принципе. Вот, все, доедем. А, нет! Блин, да как так? Что здесь все разломалось-то? Блин, тогда я же проезжал, нормально все было. Тут сейчас все
разломалась, поэтому, может быть, не доеду. О, все, доехал. Отлично, смотри, у нас ждет новая машинка там. Прикольно. Дорогие друзья, я поздравляю вас. И поздравляю себя, что мы доехали до этой новой машинки, которая разблокирована у нас, которую мы будем увеличивать. Бензобак, я смотрю, здесь дофигище. Короче, да, надо будет много чего делать. Так, а здесь это что такое у нас еще? Следующие машинки, да? Ух ты, смотри, сколько машинок много. Офигеть. Ого. Так что мы это все будем открывать, дорогие друзья. Ну что ж, ну а сейчас большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.